Всем привет! Вот, решил заснять. Продали пресс борщ. Удочка тоже есть, но правда у него он сломался. И поблизости детали достать не может. Вот решил приобрести, как говорится. У нас в хозяйстве уже он не используется какое-то время. Вот, сейчас во благо другому человеку пойдет работать. Так что будет видосик из мухи тоже. Смотрите.
Ну вот, заснял он загрузочку. В конце непростая, не могли придумать, куда стрелу засунуть. Оказалось, чуть больше, чем планировалось стрела по длине. Пойдем муху заберем. Так что, надеюсь, в скорейшем будет ролик об загрузке или к чему-то добавится. Ну, посмотрим. Все, всем до свидания.